Привет-привет, я Анастасия Кучер, компания «Электромотор». Сегодня хочу вам представить самый элитный среди насосов – центробежный насос для чистой воды «Лавара» модели SEA-200. Такой насос применяется в системах водоснабжения и отопления, вентиляции и охлаждения, также перекачивания мыльных растворов, небольших поливочных и оросительных установках, установках, использующих дождевую воду. В общем, этот насос имеет широкий спектр применения. Лавара хороша, ничего не скажешь. Насосы Лавара итальянского производства. Конечно, по цене они отличаются от других насосов, но вы не переплачиваете за бренд, а только за качество. Итак, вал из нержавеющей стали, также рабочее колесо и корпус насоса из нержавеющей стали, торцевое уплотнение, керамика, графит. Что касается двигателя, двигатель в корпусе из алюминиевого сплава с внешней вентиляцией. Этот насос очень устойчив, он может работать даже при температуре свыше 40 градусов. Обычные насосы с этим не справляются, но Лавара – это качество. На самом деле вы покупаете надежность, и это правда. В комплектацию вы получаете книжечку по эксплуатации на всех языках мира. Здесь все подробно и детально расписано, все в картиночках и пометочках. На самом деле аналогов насосу Лавара нет. Есть, конечно, похуже, но лучше уж вам точно не найти. Я напоминаю, что мы не обычный интернет-магазин. На нашем сайте не указаны цены. Если вы нашли где-то низкую цену, позвоните в «Электромотор», и мы сделаем ее еще ниже. Также не забываем подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии и отзывы. А с вами была Анастасия. Пока-пока! Thank you.